Чего удалила? У меня есть, кстати, суперская идея, раз мы за 40 минут убили Ильича и Синдру, то все получают респект и молодцы. Все получают анальный зонд, как бы все молодцы. Да, ну почти анальный зонд, блядь. Есть у кого-то, простите, перебью людей опять, разных всяких, мех арктический? Я не пойду тебе его покупать. Одна он стоит штука просто нужна. Пиздец сколько. Я знаю, поэтому я сам не покупаю, денег нету. Да, я сейчас перечалил на Синдру, как бы обратно не могу на ХП. Может, Серег, ты ЖГБ можешь пользоваться? Можешь сериал на палку дать из-под эхо, пожалуйста? Кого дать? А на палку, на стафу из-под этом есть такая? Блять, вы что, угораете? Я 100 раз говорил, чарки только в спек раздает, у меня нет доступа к чаркам. Ну понял, ладно, извиняюсь. Бля, засмоньте меня, пожалуйста. Сейчас засмоним. Он просто знает, как пользоваться, блядь. Я пока в доспектную душу поформлю, кстати. Такая. Ну что, мы сейчас куда идем? Хэй. На хэй. О, мне наручи хранители тайны выпали. Ладно. А что это такое? Боежка. Боешь, как квест полетели делать? Вы куплю у тебя, когда хулипало сделаю еще. А, блять, я же квест забыл сдать, сука. Че это самартийский мех нужен? Ну да. Блять, народ, а я не пойму, а че у нас вот был какой-то анонс того, что вы идете сдавать квесты? Я принесу мех один. А че, спасибо огромное, кстати. Давайте посумоним людей, у нас какие-то люди вот... Под город охраняют, Долораны охраняют, там. Седые холмы. Так, я тебе мех еще это принес из-под города. Нет? Я тебе и благодарен от души. Вот, не пизди там. Не могу. У меня сегодня день, когда я могу. Да, ты понимаешь, да, я, блядь, очень удивлен такому повороту событий, что можно сегодня просто посидеть и, блядь, нихуя не говорить. На, держи, о, блядь. Вот это вообще от души, как бы. А кто МТ будет? Ну, Ктас. Вы 2 АТ будете получать пизды, а Ноктас будет делать так, чтобы пизды не получали милишники. И да и мы, в принципе, все, блядь. Да не бейте, понажимайте на суммон. Вот вы стоите, ковыряете. А может 10 человек ковырять? Чувак вообще вон там сам летит. Суммон даже не ждет. Честно, что надо. Не, я, может быть, тоже сам полетел. Куски города немножко далеко. Что ты там вообще делал-то, блин? Я пошел себе покупать масла и в другую хуйню. Откройте портал в этот, в Долоран, пожалуйста. Зачем? У тебя он слева там стоит, вон же портал в Долоран. А зачем стоит тебе портал в Долоран? А, да это не мне, это Серегу надо. Пускай я его отправил в Долгогул, отправил за камни. К боссу манем боксом. Давай, погнали, сильные. Поехали. Сильные каски нету, сильные пристебафы, лапки там. Бля, мне интересно, я смогу фулл комнату сагрить, если нажму? Я думаю, у него ранжа не такая большая. Думаешь? 45 метров. 45 метров это копейки, он до второго пака достанешь. Даже не до 100. Ну-ка, ты тут? Да. Забери, пожалуйста, могу. Бля, Саня, давай ты каждый раз можешь говорить, чтобы я, в принципе, перестал это делать. Смотри-ка, что достал черт, а? Ты мне вот, ты мне мозг ебешь, да, а я тебе буду ебать, чтобы ты все время говорил, бля. Не могу, если я буду говорить, Владик скажет вам. Что Владик скажет? Ваня, у нас проблемы. Какие? Придется вот этих мобов убивать по краям. Потому что они тоже в бою, и у меня Т4 бьет по ним вот с такого расстояния. Ебать. У всех сообществ так. Ребят, сорян, немножко пропустил. Че за мод на леди? На духов, что ли, видеть? Да.
А, кстати, мне перезайти надо, блядь, хотя бы подписывать. Лизекс, ты заходи. Вот, видишь, пока мы трэш бьем, давайте там чай, там, вот это вот, кроме танков и хилов. Бля, я вот покурить нахуй хочу, чё вот. Ваня, иди сейчас, ты куришь 17 минут. Я не курю 17 минут, блядь. 16,5. А давай ты вот тогда заночишь тогда, что все должны сбежаться, блядь, под ебаных, блядь, кури, пауков, чтоб блядь. Потом не ждали. Нам бить тут по факту, смотрите, мы как сейчас будем действовать, чтобы все знали. Макгрегора спасите, он помирает. Да. А, мы сейчас, как это, убиваем ребро, идем троить леди. Без нервов, без всего, это освоение для многих, это просто новый контент какой-то, что-то там такое. Чудесное, сверхъестественное будет. И нам просто надо потратить. А, проверять будут? Справа, справа Сагрили заберите, пожалуйста. А, отверни, пожалуйста, они кастят в нас. Так я вам же щит кидаю, они ничего не кастят. Страшно. Лицом впал, а там было... Блядь. Кто-то говорил, конченая хуйня. Секундочку, Макгрегор, давай без вот этого. Да, я понял, я больше не буду нажимать эту кнопку вообще нахуй. ДК, гриппайте их, короче. То же самое, что здесь на острове, Starfall нажать. ДК, говоришь, гриппайте? Да. Помнишь, ДК дамажили, короче, у нас было в рейде штук 5-6? Помню. Паладинов что-то не прибавилось, кстати. А надежды не было просто качать их хорошо. Ну, я выкачал его. Протопалы тоже что-то дают сейчас. То есть они тут держат. Лизекс, что ты говорил? Я говорил, как-то было время, говорили то, что будут проверять у всех, стоит ли патч или нет. Баешка упала. Лут на Ване, наверное, поэтому бог себе. Не-не, именно на леди. Я тебя понял. Понял. Винтовка, она стоит там 2000 гилды, пофиг. У меня показывает 4500. Неважно. И 500 недавно сканил. Просто вот это дело, оно, знаешь, такое суперсложное. Духов видеть. Это только одаренные люди их могут, поэтому ставят патчи. Мы а что, сильно патч меняет? Саш, сильно патч меняет? Что там происходит? Просто... Я не знаю, я никогда не играл. Я... Да, да, просто дух встает не прозрачный, а зеленый прям такой прям. Чисто прям зеленый. Не просто прозрачный зеленый, прям полностью зеленый. Да, он просто зеленый такой. Смотри, как это работает. Ты, короче, ставишь патч, вернее, не ставишь патч, и там идет от ДБМ анонс духов. То есть появились духи. И ты такой да смотришь, это... и дух я летит. Был, я не только тебе говорю. Секундочку, ребят. Посмотрите, блядь, наверх. Эти пидорасы меня в кокну хотят. У нас бой висит. Ранжи, вы можете достать их? А кто там сверху? Жуки-пауки, а они... Проверять на патч или нет? Не будем. Тебя проверять не будет, блядь. Мы идем троить пока. Нам надо здесь перевести ее. Притяните. Привет, на кто их достал? А знаешь, почему они в комбате? Потому что ты 4 у совы. Давайте это, вышли все из места, быстренько побежали. Ты 4 бьет только те цели, которые ты бьешь. Но их как-то, видимо, в комбат завели. Но... Это, скорее всего, Макгрегор шарит, кто это, да? Не, вообще-то не. Все выбегаете, не надо вот этого всего. Серьезно, конус и буря. Серил, мы тебя к боссу суманим. Ну, у нас бой, что ты хочешь? Я могу ребро согреть, мы умрем. А как это красиво выглядит? Ну, что-то правильно. Когда вели Т5, у фростов магов не готовый был луч. Кстати, кого я нахуй дамажу вообще? Я не потом, понимаю, короче, нажимаю кнопку. Вели луч, и он дамажил всех вообще насквозь. Там метров на 100 бил, короче, еще и критовал. Так я ж так же, я сейчас типа вверх дамажу. Типа вот мы сейчас коридор этот пробегали, я так понимаю, те, кто над нами или под нами продамажил там на 70 тысяч. Ну вот, на трэше забудь про эту кнопку. Конченая хуйня. Это фигня. Раньше вот на принцах ты, короче, кидаешь на кинетику бомбу огненную. Она же тикает, и она, короче, улетает вверх. Агрит Лану. Алла это, Лана и выйдет, и принцы и выйдется. И все, как бы. Я надеюсь, они сделали исключение, чтобы сферки не бились.
на принцах. Все ушли. Арканулок нет боя на тебе? Морхан в инсе, Асалин в инсе. Морхан может притвориться. Айсалин тоже. Анфрой, Нуктас в инсе. У меня нет боя. Просто мы сейчас бафнет... Погодите, никто не заходите. Сейчас кто-то бафнет кого-то, и все, будет бой опять у всех. У вас фул там? У нас... О, Денчик, здорово. У нас вообще да. Но я думаю, сейчас Ваня придет, что-нибудь порешаем, посмотрим. А, Сапфирон... В ПВП еще работает. Ничего не бафайте и не хильте, Сапфирон, выбегай отсюда. Приколы. А, блин, далеко. Вот. Летает. Так, ну у Вани нету боя, бог с ним. Крит, я не 15 минут курю. Бля, как думать, через сколько у меня персонаж в руку ходит, или нет? Свой конус, он сдохнет. Нет, тебя просто. Минуту, если его кикнут. Нет. В АФК. Уходит персонаж. А, забей, можно час так простоять. Топает, пробежал. Слышал, наверное, про него говорят. Чего? Сапфирон, ты вышел из инста? Да, вышел. Теперь заходи. Так я уже давно зашел. Отлично. Там можно заходить или что? Да, все, у всех бой кончился, как бы. А что было-то, блядь? Прикол в том, что сам Xtemp прописывал, типа, когда я ему писал, типа, спрашивал, что, типа, Вихрь, будете АУЕ работать? Он говорил, нет, только ту цель, которую ты бьешь. По итогу он сделал, блядь. Ты про разработчик этого дерьма? Нет, я ему писал, спрашивал в этом, блядь, на форуме. Но это же он их клепает. Ну да, он. Как сумасшедший. То есть дали, короче, баянисту этот саксофон, он начал тут вот свои трюки выделить. Так это говно же полное. Боешка, что ли, пропала? Моб с боешкой. Мобы пропали, забей. Ваня, там моб был 104, ой, с боешкой. Пропал моб. Он пропал. Понял? Ну, блядь, ладно, похуй вообще. Так, да. Ну да, просто. Жалко, что они попадают так быстро. А кто-то комбарогу тестил, нет? Там вроде как апнули неплохо, ее вроде 1015 манекен поверить. Но да кто-то мне кидал, поэтому давай. Влад, сделай камень. Я тут сказал, что у меня в плече камень на скорость, блядь. Мне просто говорят, мутиков отчпокали, поэтому я не знаю. Не, вроде как апнули. Нет, сегодня мутик говорил, ДПС упал на 3000, там какой-то был 270-й. Мужики, из танков, если есть припот на броню, пейте там потом. А есть у кого-то банка на здоровье? Пустрать. Да, видимо, шкот, я это по обмену дам. Ну, ты сюда обмен. Нактас, ты знаешь, даже если надо будет в луну бежать, танки будут стоять там, а ты ебашь в луну. Ну да, деката нету, ни одного. Есть. А, заебись. Денчик пришел, кстати. Ну, я сейчас думаю, если проблемы будут с танками, то надо будет менять кого-то. Тут, короче, по тактике, блядь, стоим, все как обычно, за исключением одной маленькой детали, Сапфирион. У тебя две основные цели, которые ты должен будешь, блядь, в основном хилить, это лицом в пол и бегемошекс. Их здесь будет ебошить, блядь, как не в себя просто. Вот. Просто шамана, вы тоже следите, тоже на быстрее мы были там. И потом, если еще волну такую прям... По тактике, блядь, милишники, вы как бы
здесь. Никто, вы стоите, блядь, с РДДшниками. Босс побежал, вы стоите, блядь. Кто побежит в лужи, получит моральных пиздюлей, а не будет слышать, нахуй, что не надо бегать, получит кик, нахуй, с рейда. Сразу говорю, блядь. Нактаз, ты бежишь в луну вот сюда, когда идет вихрь. Танки стоят, два ОТ стоят там же, где и стоят, блядь. А мы бегаем лево, вправо, сбегаемся в ебаный квадратик. И стоим в квадратике. Вся тактика, блядь. Потом все то же самое. Сбегаемся под босса, блядь, разводящие разбегаются. Соответственно, разводить будет арблозавр, лови койл, халуки, дарканолог. А что не сказал, что его пиздить нельзя, пока он крутится? Можно. Кто это за легенду сказал тебе? Я не хочу, блядь, уверхилить миликов. Не, милики не бьют. Они, ну, в смысле, бегать они. Я же сказал миликов, чтобы они не бегали. Ну, не бегать, это можно вернуться, как бы. Просто на касте шипов вы должны быть в центре. Вот давай вот без этой порнухи. Милики, стойте, вас тут вообще очень мало, блядь, что меня радует. Поэтому вы просто стойте, нахуй, и от вас не так много урона, мы теряем, блядь. У меня была 25-ка, ты там не видел состав. Сколько это, блядь, только два танка милики и все? Ну, там два милика было, по-моему. Короче, давайте готовность на понимание тактики всей хуйни, блядь. Если что, задавайте вопросы сразу. А, вопрос по танкам. Мы разбегаемся на крутилке его. Да, ну, я направо, ты налево. Вот как сейчас смотрим. Ты, получается, налево, я направо. Окей. И сбегаемся на 3 секундах в Нуктаса. А Нуктас, ты на 4 секундах уже бежишь. Вот, видишь, звездочка вот эта вот. Ну, короче, ты куда встанешь, мы к тебе подойдем просто. Бегемотик, ты смотришь, короче, вот куда он встал, туда и ты. Печенька, да, есть. Понял. Да, милики, говно. Не, просто дальше контент будет не для миликов. Сори, ребята. Качайте уже РДД какого-то. Так, ну, блядь, чё? Поехали, хули. Турбозавр только возмущался, почему он... Стоп, не пульт. Не пуль, блядь. Вань, поставь на разведение кого-то другого. Я в демоне, в миле ТПС. Короче, лови койл, халукет, морхен и арканолог. Я забыл, что у нас хант есть. И героины, чем мы с пула даем. Прям вот прям. Только поставили, сразу прям... Эх! Поехали. Поты на броню пейте, как будем это бить только. Бежим за паладином. Танки, в смысле. Давай, давай, ну ты пошел. Все во фрейм, не забываем. Шипы сейчас будут. Расколы поставь. Геру, дали уже. Отлично. Да. Все в мире. У нас мало меликов, все бьют шипы. Все слышали, что все бьют шипы? Каз шипов. Все в мили. Вихрь разбегающие к нам собежались. Шивы даю. Мы ТПС стопом? Разбили шипы. Шипы разбивайте. Сначала шипы, потом по боссу. Бегайте. Мивики не бегайте, блядь. Кар шипов через 3 секунды. Когда? Саня, у тебя слышно. Шипы. Ну-ка ты сбеги это в центр, где стоял. Иду уже. Вы вышли. Из-за меня вышли, вы че? Блять. Под босса сбегитесь. Разбейте шипы. Все по шипам. Сзади стоит шаман. Бегемошку упал. Резайте быстрее его. Резайте его, реально. Уже не резайте. Падайте. У кого у нас лед? У меня, я сдавал, ма.
Мне 40 косарей всего улетело, я сдох. Это нормально. Ну, как нормально, там... Ты смотри, это... Бегемошка. Мы вот когда бежим... Обратно, ты сейф сдавай себе какой-то. То есть вот пока мы бежим, Холи Пал же тоже бежит. Он ж нихера не сделать не может, он это чилит. Давай так, смотри, что у нас сейвов... У тебя ж нету сейва сейчас никакого? Ну, дубовая кожа такой все. Не, масса сейва. А, Сафирион, бля, он хил. И... Ну смотри, а он бежит. А что бежит, блядь, у него 4, ты 4, на какой хуй создано? Причем здесь сейф? Меня просто не прохилили. Типа, мне ударило 36, потом еще 40. Какой хрен создано 4-4 у Холи Пала? Для того, чтобы он бежал и хилил. Ну, так я бежал и хилил. Я хилил Нуктаса, который падал, и лицо в пол. Там не могу, мне же рожу оторвало, и Нуктаса ты не хилишь. Ты хилишь меня и этого. Шаман, давай, знаешь, как бы... Фольксваген, ты хилишь у нас этого... По мейн... Ну, не, Войт это у меня чувак знакомый, The Void. Не могу так, сори. Ты, короче, будешь хилить по мейну паладина Нуктуса. Подожди, я не хилю Нуктуса, да, на хапале? Ты... Я же тебе сразу не... сказал, ты хилишь двух ОТ. Так смотри, я не хилил его, да, так он отлетал, блядь, у него мало хапа. Ты не то, что не хилишь его, ты в основном хилишь нас, а он уже как бы на подсосе. То есть его ты хилишь так. Априор, вот шаман хилит у нас, получается. У нас фаза такая, то что у нас, в принципе, Холи Прист с ДЦ захилит рейд. Нам надо выдержать, чтобы... И смотрите, что. У нас... Хиляй взад, кинь мне, пожалуйста, быстрее, ну, прямо сейчас. Бля, знаете, что я сейчас только что понял? Вот, смотри. У нас сейчас минус 10% физы от быстрины. То есть вы по КД кидаете быстрину. Допустим, там сколько? Один заряд или два заряда быстрины? Два можно стакать постоянно. Я два. Постоянно кидаю на Нуктус и на Бегемошекса. Вот, смотри, тогда Фольксваген, ты кидаешь на меня быстрину и хилишь Нуктуса. Хиляя взад у нас хилит, получается... Нуктуса и кидает на бегемошку, получается, быстрее, чтобы у нас всегда висел этот баф. Он нам нужен только на фазе, когда нас бьют, когда она крутится, ничего не надо делать. После как получается? Она висит 5 секунд? Кидаешься? Нет, ты когда кидаешь, она нам баф дает. Не, что-то не там знаю, я имею в виду, что можно держать быстрину на двух таргетах, если кидаешь ее прям по КД. Не, не надо, ты же ухилить еще будешь. То есть ты кинул, и 10 секунд ты ничего не делаешь. Потом через 10 секунд ты можешь, знаешь, как сделать? Взять меня в фокус и, или там кого-то хилишь, и на нем отслеживать так вот. Да, я тебе говорю, после двум кидаю, именно чтобы постоянно... Ну, да, чтобы это нам минус 10%, это очень круто. Допустим, 40 тысяч бьют, минус там 4 тысячи, это вообще кайфно. Мистер Квинн, странно, что он до меня не доебался. И кинь, пожалуйста, бегемошку к нам в пати за место, допустим, сериала. Эй, подожди, это не с быстриной работает. Это с крита работает. А, с крита? Ну, у быстрины есть какой-то шанс, что она кританет, да? Там у всего есть шанс, что она кританет. Ну, вот надо как-то, чтобы это было. И все-таки нам ДК не хватает. Ну, блядь, что, не хватает, бывает. Тотем на Агилу кто-то ставит из вас? Да, я ставлю. Мы уже разобрались с тотемами. Отлично. Серег, ты не поверишь, вот я и говорю, я очень удивлен, что он до меня не доебался, хотя я всегда ждал этот момент. Я всегда держу эту хуйню, блядь, на одном из танков. Проблема в том, что я могу держать так же, как и Рома, только на одном. Ты можешь держать, но тебе надо рейд считывать. Ты когда считаешь... Вот кинь на меня щиток. А, ты кинул уже, нет? Нет. Кинь на меня щиток сейчас. И... Вот эта херня на меня не сработала, как бы. Бля, дядь, на, смотри. Вот теперь на. Не от этого работает. А ты же не сможешь меня каждые 10 секунд кидать? Я тебе могу все время хилку кидать, только мне нельзя никого хилить в этот момент. Я про что и говорю, ты, получается, не нужен уже становишься. Поэтому шаманы и работают, как бы. Вы можете цепуху через нас прогонять, то же самое, как бы. То есть, он же криты были какие-то. Ну, все одинаково работает. Что у пристов открыто, что у шаманов открыто. Ну, у меня не открыто. У него от хилки, по-моему, быстро. У меня просто от хилки, но она стакается.
Мне просто я пенансом сразу ее закидываю, все три стака. Ну, не суть. А на броню есть у тебя бегемошка что-то? В смысле на броню? Тренька. У тебя сколько брони сейчас? ГБ есть. Брони сейчас 69% физа. У меня сейчас 34-120. Ну, ладно, боксим еще раз так попробуем. Но смотри, ты когда бежишь, уже дубовую нажимай. Вот я с чешкой сейчас нормально, еще как живу. Как... У меня еще шапка на броне. А у нас чехы последние, кому из танков ушло? Мне. А, тебе. Вон там, почитай своего. Да, вдохновение. Но это от хила, то есть ему надо хилить, а он щит, это щитует рейджи. Там такое все. Пенон скидает и так, а этот поддерживает. Вот не надо. Все, так сейчас проблема опять вся в танках, чтобы мы не откисли. Все, хулипал только на танках, шаманы минус 10% физы и по танку по мейну. Ну, все готовы. Давай, Паладин. По отчету. Это минус ГП, это ГП. Дайте ему БР после каста. Все в миле быстрее разбивайте. Уруха, дай ему БР, пожалуйста, мистер Кунжу. Ташков. Ребаф ему дайте. Влада, выбейте далеко один. И второй, два далеко. РДДшники быстрей. Вихрь костей. Орка, сейчас... по соседству стою. Сейчас будет каш шипов, и потом вихрь, блять. Вихрь костей. Орка, выбей меня. Выбейте Влада, Влад, помолчи. Все свичнулись, ну живее, чего там тупить-то? Чувак висит на шипы 10 секунд. Сюда, это все без анонсов делается. Майн приор это шип. Шипы. Шипы пошли. На сбегание я дам это фигню. Шивы. Именно, да. Карт шипов. Уже сбежали все. Дайте разводящих, выбейте быстрее, выйдите, а има отдай на лед. Дальше паук пошел. Все в мире. Все в мире. Быстрее разбивайте два хила. Шипов пошел. Побежали танки. Разводящие сбежались. Сатвилена выбить, что-то так долго-то, блядь. Ну, смеликов мало. Я понимаю, на РДДшнике-то есть. Паладин, теперь на сбегании ты дашь массакру. Шипы. Из огня выйдите. Лисекса, дай гимн на хп. Из огня, и... из огня, что стоим-то? Все, сбежались. Быстрее все под босса, кат шипов. Выбейте. Шипы разбейте. Все под босса. Из льда. Из огня, блять. Все в мире. Разбивайте быстрее. Кашпов. Один далеко.
хорошо пол. Все вмели. Танки. Разбегающиеся убежались быстрее. Выбейте шипы, встаньте в центр. Шипы. По шипам. Из лужа. Ну вышли, вышли, что стоит. Ух ты, боженьки мои, ой, фу. Реакция просто как у наркомана. И все в центре. Сбежались танки. Суперион, дай массару. Это массаку сейчас. Выбейте. И разбежитесь там. Во фрейм босса. У нас есть бры, совы, резайте, кого достанете. Морхана, выбейте дракона, что вы, блядь, не видите? Один далеко, два далеко. Дальше вы пока стоим нормально. Крипник на хп обновите. Уже 2 минуты висит. У меня он не пропадает, я просто далеко стою. Выбейте. Один далеко выбейте. Выбейте арканолы, говорю, разводящие. Разбежались. Ребафните, кого резнули. А можно, блять, этот инер нахуй ПДЦ? Бочки все кончились, дайте это да. Шипам больше урона. Сериал Дэгин на ману. У тебя массакр откатился, паладин, Нуктус? Да. Сбегайся и... Вот сейчас давай. Отлично. Сбивайте. И все в Нуктуса. В смысле танки. Все, додушиваем. Только сбегите, пожалуйста, вовнутрь, нахуй, к нему. Друид, прожми, что есть сейчас, сейф любой свой. Прожми дубовую, там не дубовую. Да. Отлично. Шипы. Все в мире. Быстрее разбивайте, потому что у нас хил. Ну, чё? Саня, зубы тебе отдал. Ну, мой 92000 хп улетает вообще. Классно. Опять бринтовый. Лут просто какого-то дерьма опять упал. Да ладно, осколка нет, офигеть. Ай. Уважаемые милишники, латники. ПВП-шары есть? Ты вот тоже тапки хотела, Сален, да? Добрый вечер. Уважаемые латники, кто ПВП-шит нормально, плюсаните. Привет, дружище. Нуктус, не знаю, кто ты, но привет. Нуктус, огнестойкие рольники. Блин. Один откликнулся. Не вовремя просто все это. Понял. Потанчите тут трэш, я надену это. Че, никому не надо? На 2 минуты. Ну, если только начала. Выглядит как неплохой офсет. Ну все, уже быстрее, рольте. Я что хотел сказать, хоть тебе придется на этого босса все равно в аркана прыгнуть, потому что ты ебнешь кого-нибудь своим вихрем. Я только сейчас об этом подумал. Короче, а мы вот это дерьмо убивали, тут Т4 отключался, потому что считался ПВП-режимом, короче. Лови койл, потом мандаш на то, чтобы она распылила, и вот спроси, кому надо. Че, никому кочуга не нужна на голову, блядь? Никому, выкидывай, самый говёный лут. Мог вообще всё сразу распылить. Хилы есть тут, Сафиран тут? Все, отлично, Мишка, давай правого отводи в сторону. Одного агри, одного. И в сторону отводи, никто не подходит. Только за текстуру не уходи, чтобы тебя хилили. Раджи бейте. А че, кринж-то? Что с ним? Да вон, Саня что-то возмущается. Не знаю, что. Группу поставь, понял. Вы на ребре не смотрите, вас
Ретрик обогнал почему-то. А, ну это освещение, понял опять. Забывайте контроль отдавать. Блять, так далеко мы еще не заходили, блядь. Агрите правую пачку. Вот отсюда прям подходи и на себя забирай. Туда не залетай только. Теперь один танк, друид. Иди справа и забирай трусы. Не подводи сюда, отведи отсюда. Отведи нахер отсюда. Еще дальше. У него ренджа там, ну хотя стой, нормально. Ренджи, бейте трусы. Вот с этого душа не высасывайте, можете не убивать. Ну-ка, ты сейчас меня заберешь. Можешь забирать меня уже. Бегемошка, забирай адов. Ну что ты стоишь-то? Вот стоят друганы твои, вот. Вы что, тут не на весь вечер? Помогите, помогите. Все, ну-ка, забирай у него, и бегемошка также слева забирай месяц. И ранжи по месяцу. Давай, ну-ка, забирай центральных, как этих добьют. Следующий танк уже веди жука сюда. Кто не танчит, ведет. Ну, вот, я кручу быша, короче, и вот такое случается. Да, и идешь отсюда. Херам вот этим. Мне опять щитки поломали, мне щитки ман не рисуют. Гринестойки выбили. Мы сейчас никто авкашить не уходит, все слышали? Сейчас будем немножко пострать очень быстро, и потом можете там подрочить. Не знаю, что там делаете. Если кто-то не умеет, то извините, я не хотел обидеть. Науч. Могу стрим включить. Будешь зарабатывать, а не у инфанции, вперед выбежал. Короче, нам надо тут три танка, это будет три танка. Нам нужен здесь... На пул есть, это очень классно. Нам нужны здесь ренжи. Ренжи есть, все шикарно. И мили даешь Т5. Они втроем на тебя. То есть, а в центрального ты можешь тарелку дать. Если он кастует темное могущество, то ты ему сразу стан даешь. Не, я обычно сюда кидаю освещение с центрального тарелкой, а этого забираю этой таунтом. Короче, ты должен сначала их поставить, потом должны зайти в них. Хотя у нас 1000 кастеров, вы смотрите, кастеры, тогда Ноктус не так. Ты центрального не трогаешь, кастеры сразу въезжаете в центрального, и вы просто шотаете. Он не должен кастануть ни хрена. У нас есть магия фросты? Уже нет. А кроме тебя, Сега ЗБЗ, ты тут? Там в Кварканах, я в Самфайре вообще ушел. Да, давайте это, био сделаем одну минуту. Давайте. Нет, просто вот... я подумал, если кого-то в контроль возьмет, мы... Давай мы сейчас договорим, и потом будете дрочить, мы же сказали уже. Тут делов на 5 минут, все арканы, ладно. Короче, вы заливаете левого, центрального. Милики у нас остается, это Анфрой, два роги и огнестойкие. Вы идете право убить, заливайте всех справа. Сзади будет моб, его будет забирать я, допустим. Я заберу и подведу на любую сторону. Там, где милики, скорее всего, направо. Из миликов все тут милики? Эсалин, Бестасос, Огнестойкий. Дрестасос, ты тут? Понятно. Ну, догадаются. Что... А, он тут. Ты, короче, вместе с Огнестойким, Анфроем и Эсалином, вы будете командой Ух, вы будете заливать мобов на второй фазе. Ну, если мы вдруг дойдем, боженьки упаси. Ага. То есть вы даете на пулы на бегемошку,
Да, типа того. На бегемошку. И вы вот своей пачкой, они как вот пойдут, вы, мы переводим на фазу без мобов. А следующий пак мобов выходит, допустим, справа. Мишка встал, вы напулили, допустим, Бестасу справа, Айсалин левого. Он центрального забирает, в кучку встал, отвернул от вас физика, который фанатик, по-моему. И вы закливали их. Потом этих убили, перебежали на другую сторону и то же самое. Поняли, да? Моб центральный, который будет выходить, его заливает все. Неважно, он кастер, не кастер, просто все душат. Ну, теперь, Ваня, ставь там свое вот это вот. Покурить, пососать там, что обычно делают. А можем мы всегда так будем ходить, блядь? Мне тоже нравится. Да, мне тоже нравится ничего не говорить, блядь. Ну, ты все прослушал. Айсалин, ты на второй фазе, если мы чудом доходим, ты с миликами бьешь мобов, напуливаешь на бегемошку. Ну, я же сказал. Анфрой, ты слышал, да? Ты тоже душишь мобов. Так, я, судя по всему, как понял, все милишники душат мобов, блядь. Да, у нас нету милишников, поэтому все милишники душат мобов. И это очень прекрасно. Смотри, как это работает. У нас босс, и там два милика, допустим, стоят. Дух выходит около милика, и милик... Ну, просто он физически может не понять. Там всякие эффекты, вот это все, он там, ну, просто не увидит его, он зайдет туда. А если даже милик словит, они словят свои милипати, и там у них и ложные выпады, и хп больше, и как бы они не должны сдохнуть. Сейчас у нас одна проблема будет, это надо отследить, когда дается духи и инстант-каст. То есть нам, по сути, надо на духов и инстант-каст дать массивы. Лицом пол. Да. Просто много было информации, уточнить хочу, что РДД там кастерам нужно делать с мобами. Кастеры убивают левых мобов. Левых. На первой фазе. Но у левых мобов будут щиты, надо следить за этим. Ну, типа, щиты как работают? Появляются? Выходит моб, он стоит там секунд несколько и кастует на себя щит. А, это каст. Его надо шотнуть до того, как он даст щит. То есть... Не спалится? Нет, ничего не спалится. Вот если ты в него в щит дашь, тогда тебя продиспалят полностью, прям на все хп. Вот ты, допустим, если слева бьешь, если ты кастер, то вот слева встал, и вот отсюда ты достаешь и моба, и босса. Если ты встал вот здесь вот, допустим, ты тупой, ты не достаешь никого. Все. Как бы миссион фейлот, и все. Совы вообще могут все стать слева. Выходят мобы, там, протопал в Т5, он должен забрать, как бы. И вы просто их своими звездопадами задушите. Там бесососы вопросы в чате. Милики стоят справа все. Ну, в смысле, на мобах. Все милики бьют правую сторону, ренджи бьют левую сторону. Ренджи бьют сначала центрального, потом боковых. И миликом я буду подводить еще моба сзади. Сзади будет выходить чувачок. Если, смотрите, милики, если у нас выходит здесь чувак с щитом, он постоянно кастит, и я не смогу все касты ему забивать. То есть он сам не подойдет, возможно, потому что его гриппают ДК обычно, у нас нет ДК. И я просто не смогу подвести его. Вы сами бежите назад, убиваете его, и потом бежите обратно на место, где бьют мобов. Вы вряд ли будете успевать до босса ходить. Это вам, в принципе, не надо особо. И Хант у нас. Хант, ты тут? Прилогнусь быстро. Охотник. Отлично. Ты заднего моба уже напуливаешь в меня. В воина лицом в пол. Так, дальше по спилам. На контроле у нас охотник всегда кидает каток. Шаришь, да? То есть в ранжей кинул каток, и все классно.
У миликов аддон снимает все свои вот эти вот приколюхи. Дальше Анфройд идут. Ты сдаешь Масфир до МК. То есть мобы вышли, вы их убили и сдаешь. Все отлично, знаешь. Роги тоже сдают свою херню. Отвлечение, как это ПВПшное дерьмо, которое никому не надо. Присты дают Масфир тоже перед мобами. В смысле, перед МК. Что еще такого страшного есть? Локи Койлы сдаете. Совы Звездопад до фазы сдали все. В смысле, до фазы ДМК. Ну, думайте, шарите. Что страшного еще есть? Ну, вроде ничего такого. Быша, блядь, крутани. Я танк, у меня нет быша. А, ты в танке тут. Конечно. Отлично. И смотри, Нуктас, как танчить вообще босса, шаришь вторую фазу? Ну, отворачивать от... Не-не, ничего не надо отворачивать. Вот мы начали бить, там и бьем. Вот бьем там. Нам надо, чтобы ранжи встали на ранжу. Все отлично. Дальше. Ты когда будешь... Про триту я имею в виду. Ну, у тебя проблем с тритой не будет, скорее всего, но это... У тебя, допустим, ты первый танчишь, у тебя стаки накопились. Я забираю босса. Ну, должен забрать. Я забрал босса. Ты... У тебя нету триты, но ты все равно моба, который сзади выходит, ты его забираешь. Понял, да? Окей. Потому что он подойдет, но просто шотнет хила какого-то. Это будет очень неприятно. Потом... У меня стаки накапливаются, твои стаки только слетают, ты сразу начинаешь босса бить, чтобы ты наагрил босса. Он не таунтится, и ты должен тритой забрать от меня его. Чуваки на магах, вы копии и все остальное дерьмо, чтобы скинуть триту, вы оставляете на последнюю фазу. Ну и самое интересное, это духи и инстант-каст. Как работает? Выходят духи, взрываются, если кто-то поймал, и идет следом инстант-каст. Все умирают. Все, короче, cool story. Как это должно работать? Выходят духи, дается МА и какая-то сакра. Не ловим духов, инстант нам пол хп там, или треть хп сносит, мы живем дальше, все. Мне все-таки интересно, насколько я буду здесь профитный. Давайте ребаф и погнали, сейчас вот этот трендить можно на 3 года. Вот, блядь, дайте каску ебаную и, блядь, просто побав. Готовности все уж прошли. Не, нам надо ауру какую-то. Прото, меняй на тьму. Чё? Прото на тьму. Чё? Престовские все снимите баф. Если у кого-то есть престовские от тьмы, снимайте. Такого не давали. Ну, мало ли. Ну, ребаф можно по... А можно каску-то, блядь, обновить по престам? Да и по всем. Если у него стоит автобаф, и правой кнопкой нажимаете на каску, она сама бафнется. Нет, автобафа нету, поэтому и вручную. Да, кстати, паладин, а что с поли-пауэром? Почему он такой огнестойкого? Почему до сих пор у Сапфириона нет? Ну вот, как будто непонятно, кто что бафает. Не знаю, у меня за интерфейс он постоянно ошибки выдает, поэтому он нахуй удалил. Не знаю, блядь, в чем похуй? У нас три пала. Хулипал дает крестики, паладин танк дает каски, огнестойкие кулаки, все. Вообще тут думать не надо, никакого полипавера. Ну, понимаешь, если просят каски, значит, есть определенная проблема. Нет, просто они остались 10 минут, и боимся, что мы не вайпнемся за минутку. У нас по миликам и кастерам, смотрите, кастеры я показал уже, да? Все слева стоят. Милики уже стоят на позиции, то есть у них хп будет много. Роги, достаньте станы, и в темное могущество надо контроль сдавать. У нас все готовы. Ну, это отсчет там. СС нужно на кого? Пока ничего не надо, мы сейчас сдохнем с пула. Окей. Агрите босса, ну что стоите? Бейте. Лупите РДД пока в босса. 3 секунды, 2 секунды. РДД налево, голову повернули, центрального убили.
блядь, про духов. Один в рейде. Мелики побежали потом назад и залили. Еще контроль будет. Кастеры не бьют заднего. Кант в заднего свичнулся тоже. Мелики сзади залили. Совы контролем, циклон. Все. Мелики вернулись на место, кастеры налево свичнулись. Свич, вадов, все вадов. Хан сзади уже бьешь. Контроль. Мелики слева сзади убили моба. Контролим. Совы в основном, совы контролят. Каток стоит от ханта всегда. Затем оков земли один шаман может поставить. Мелики, 5 секунд мобы, никуда не бегаем. Ну, живенько идет, бодренько, нормально. Лужа. Контроль через 8 секунд. Ну все, он с куполом. Хан, бей. Мелики, сзади моба. Бестасос, контроль. Убили. Убили бестасоса, красавцы. Эти, маги. Вы можете овцу кидать, если чуваку плохо, овцу кидайте, он похилится же. Овца это круто, ребестасус, ребафните каску, кулак, все остальное сразу причем. Мобы 2 секунды, вернулись, кто уходил. Хан, ты сразу смотришь. Этого не надо, этого я заберу, отведу. Контроль 5 секунд. Кто-то кастует могущество. Слева у меликов, не сбили. Мак уже был. Без разницы. Контроль. Пасовин, законтрольте, не убейте, блядь. Ну вы что делаете-то? Так, пацаны, на контроле. Вот, идет контроль, анонс. Уже все стоп-нуля. Ждете контроль и контроля. Кастеры свичнулись, мобика справа быстренько. Вот скелетик стоит. Мелики, вы бьете толстого. Надо долить до новых. Все, по боссу стопнули, бьем мобов. Контроль через 5 секунд. А у Ешки стоп уже. Моба забери. Моба заберите с рейда. Контроль. Я не бейте, а у Ешки стопнули. Циклон типа приста. Переставите сама на старой пати. Бегемошка, отворачивай от пати. Да, ты же кривишь их. Меня фернуло. Тогда отворачивайся от фира, чтобы проблема. От приставского. Только тебе мобы 2 секунды. И контроль через 5. Стопнули по боссу, Быстро стопнули все, отвернулись от него. Ну какие аркан стрелы, ты чё, конь? Демон интернет отвалился. Аккуратнее, хорошо? Очень нехорошо. Саву, контроль быстренько. Аккуратнее ты уже, блядь, без себя тошно. Кинь мут, пацаны. Со словами говорю, аккуратней будь. Стремлер, спокуха. А то у тебя друзей не будет. Я почему должен, блядь, тратить свое время на то, чтобы кто-то решил что-то попиздеть? Духи, даю массейв. Вот кто-то взорвал уже, кстати. Прохильте рейд. Босса отводи оттуда. Моба, дарите по центру, пожалуйста. Мобы в центре, духи. Духи разбежались. Бегите. Не работает нихуя, патч это. Бегемотика и милики по мобам, все остальные по... Духи в центре. Босса. Контроль. Корвин дух золотого. Понятно. Меньше, давай массейв, ну кто-то прямо сейчас. Снова в центре, духи. Мобы пошли. И мобы. Бегемошка мобов, мелики мобов. Духи опять в центре. А, блядь. Не лутайте, меньше анонсов, больше хила. Огнестойкий, следующий дашь МА на духов. После духов через 2 секунды.
Контроль 2 секунды. Стопайте, урод. Духи отбежали от них. Дерзко в тень уйди. На пульте на меня, Хан. Не убейте меня, перестань убить. Духи в центре, два на лестнице. Отошли, кто там стоит. Мобов. Милики. Все милики, мобов. Анфру, я говорю, понял, что делать? На опыте, да. Центр. Кирилл, бля. Духи отошел около трусов. Тебе продлить. Угу. Мархан, контроль. Ну, кто забрал? Духи, 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 побежали. Побежали, побежали. Моба, забирай. У кого по сейвам что есть? Протопал, дай масс сейф, но уже поздно, не давай ничего. У меня академия. Он заспавнился во мне, блин. Мистер Кринж засорвал. А не, у меня дух, по-моему, убил. Во мне заспавнился или нет, или нет. Меньше оно хуни всякой, пожалуйста. Холипал, да, масс сейф прям сейчас? Саву-саву, срочно. Протопала масс сейфа захотел. Ну, давай ты сейчас. Вот ёбну. Давай сейчас ты. Контроль. Пульти на танка, получается, босс. На меня. Рядом с боссом два духа. Spirits. Духи. Все, на пол спал, Дим, падов бей. Так он на Пистосос. Мне. Контрольте. Отхильте хилов, хилов прохильтесь быстренько. Spirits. Не убейте Цацу. Фамилию по этим мобам. Боже. А вот это было сильно. Ну, неплохо, кстати, неплохо. Spirits. Две минуты берса. Да дело даже не в берсе. А и... Геру-то вообще давали? Нет. Ну я что, шаман, что ли? Вторая фаза Гер. Мы просрали где-то процентов 10-15 ДПС. Ну, в смысле, урона босса. Падайте, падайте, не надо ничего делать, уже все, падайте. Было неплохо, у нас демон отвалился, это минус ДПС. Потом чуваки вообще на духов не смотрят. Сейчас вот основной ваш... Как это сказать? Геймплей — это выглядывание духов, типа. Я сейчас Феникс включу, и мы посмотрим просто. Ну, не будем пока ничего давать, на свои ничего не дают. Мы просто посмотрим. Ну, кто внимательный, кто нет, кому надо, анонси, кому не надо. И сейчас я вспомню, когда у нас инстант вместе с духами. Я забыл уже давно. Давно тут не был. Ребят, кого-нибудь выкидывало так, что потом установка связи не заходит? Выбери, да. Выбери способ подключения снизу. Поменяй, да. Это у них с серверами проблемы. И что, альтернативную точку входа какую-то? Да, да, там Украина, Европа, там любую выбери. Не-не, без сосос весь трэш милики сюда лупят. Все. Можешь передать своему Сеге, что нахуй я его брать больше не буду, нахуй он тут не нужен. Уважительно разговаривай со мной, а то я сейчас... Да. Да, что херня ты, была из-за аддонов, из-за ИПГП, кстати, была. Да у меня, кстати, тоже какая-то дичь, ошибка вылазит, да? У меня интернет остался, все нормально, меня просто выкинуло, и да, я да. Не заметил. Ты не можешь зайти, что-то... ошибка... А, ну как, соединение с сервером, что такое, идет и все, да? Да. Аддоны выключили. Но мне помогло только это. Все, меня запустило. Перезапуск, короче,
Мы сейчас, короче, лежим, отдыхаем. Немножко на ранжу встанем и по сторонам рассосемся для второй фазы, чтобы не лутать толпой. Дэна, возьми, конечно. Так, я ну, хочу. Всем, у кого стоят патчи, эта хуйня работает у вас? Да, работает. Не знаю. Блядь, патч ставит тот, кто долбится в глаза. Я тебе так объясню. Я тут, я вас слышу. Сейчас зайду. Да похуй, но это улыбится в глаза, с ним просто удобнее, да? Да, с ним давай, с одной ДК будет, и будет урон по адам. Мы сейчас одного рога на босса отправим. Даже можно всех, наверное, обоих. Ты когда патч ставишь, ты не должен... Как откуда ДК-то будет идти? Ты имеешь в виду, что ты будешь дамажить? Ну да, конечно. Ну все, тогда ладно. Кстати, стримлер на том еще КД сказал, что с этой гильдой у него последний РТ было, как бы. Я специально рулил посох, чтобы ему не досталось. Не, ну вот это уже... Нахуй, блядь, типа, знаешь, вот эти вот понтовых долбоёбов, которые бесят, нахуй не нужны. Челу что-то сказали, он начинает гнать, блядь, во время траев на освоении. Нахуй можно, блядь, избить. Анфрой, ты, когда мобов бьешь, бей мобов. Вот стоит чувак с щитом, его там мелики долбит, ты босса бьешь. Тоже некорректно. Тем более ты фурик, это очень, как бы, по твоей части. Ну, мобы-то стояли. Я же не просто так сказал тебе, Анфрой, отойди от босса, не бей его. Нам лишний урон не нужен, как бы, да? Что ж, я тупой совсем? Может, тупой, конечно, но не совсем. Ну, твоя задача сразу... Вот вторая фаза вся твоя. Это сразу замечать мобов. То есть убили мобов, бьете босса. Если успеваете заливать. Если нет, то нет. Ну, то пару сек, смотри. Вот моба ты бьешь, и он кидает на себя щит. И по нему поглощение, вот эта вот вся фигня. Ауешки у него не залетают. А убил ты до щита вместе с ауешками, и все, и красиво. И чувакам больше париться не надо. Где Дэн-то? Я сейчас захожу. Пару минут. Раз пару минут, блядь. Ровно две поставил. Так, сейчас к магам будем обращаться. Маги все тут? Угу. А маги, нажимаете, вот вытаскиваете прям щит льда, и на второй фазе вы его по КД юзаете. Что такое, мистер Крик? А, да, я не тебе, я забей. Понял. Про защиту от магии льда? Да, конечно. По поглощению, которое. Я 3 раза заюзал за бой. Ну, это все должны юзать. То есть, если бы я помнил, когда инстант каст будет, он там через каст как-то, или, может, по таймеру, сейчас ДБМ посмотрю, то можно и массейв сдавать, и МС сдавать, то есть это не так грустно. То, что мы сейчас вот словили духов, и сразу идет инстант, и толпа чуваков просто отлетела. Еще остальных посмотреть, кто юзал. А линканите кто? Ни разу не юзал. Я линкану следующий. Я феникс включил, и следующий трек будет видно уже. Арканолог. Щитман юзал. Ну, щитман это на крайняк, как бы уже. Да. Не, просто смотрел вообще какие. Че, кто юзал из магов. Так я посмотрел то, что не все юзают. Точно надо. У кого-то отсчет пошел уже. Да, перерыв закончился. О, перерыв закончился. Минус 20. Сказки ты вот расскажи, вот эти вот. Ваня же никуда не бежит.
И, пацаны, смотрите, стопать надо. Вот сейчас повезло то, что ну, мы особо не стопали. То есть в последнюю секунду я там сам прослакал и как бы не следил за ХП. Да там анонс кривой просто был. Человек спрашивает, стопать или... И все, и вот не, вы смотрите, если до мобов там 5 секунд, у него миллион, это стопать 100 пудов, мы не успеваем за 5 секунд там лям перевести. Или это будет на границе, уже мобы выйдут, и сзади моб выйдет, и новые мобы выйдут. То есть это будет сзади 2 моба и еще 3 пака. То есть это там 12, там получается сколько? 11 мобов, их не зальем. Ну и плюс это ДПС потери, как бы это куча всего неприятного. А где ну, ДК? ДК заходит, думаю. Где ДНК? Тримнер забавный все равно. То есть, вот я всем сказал, как его хуй... Все арканы, да? Все же арканы? Ну да. Сразу у него эписька подгорела, там он начал плакать, как бы, там, что это меня тут вот назвали плохим дядькой словом? Вообще, по факту, это мои были стрелы, но мне так похуй вообще. Это вообще не твои были, это с трех сторон летели. С трех сторон твои? Ну, понял, ладно. А, ну, возможно, там кто-то еще кастовал. Я вот сбоку стою, и мне очень как бы видно. Не, просто вот ты не стопнешь, и мы умрем все. Такой все. Да нет, не умрем, они же только вышли, правильно? Ну, выйдут-то, я тебе сказал, три пока выйдет. Ну, ты один убьешь их? Ну, вот, полторы секунды, там вообще ничего не будет. Я тебя больше скажу. Ну, осталось 300 тысяч. Вот не стопнули бы все? Еще секунду. А, ты про стоп? Не, стопнул я вовремя. Я думал, когда мобы вышли, ты вот эту хуйню связал, типа, переведитесь типа, мобов, вот это вот. Я думал, типа, это. Не, если я к нему на стрим зайду, там душно станет. Потому что он играет как... Не скажу кто. Главное, что details по центру экрана. Ровно. Ну... Но... А у меня тоже по центру экрана. Кстати, а кого там Антон говорил мне, кого-то 7 человек привел цистример? Кто эти люди, блядь? Я что-то таких нахуй просто в душе не ебу. Давай сейчас не будем насчет этого. Где Дэн? Дэнчик, ты тут? Да, я уже зашел в игру. Прогружается игра. А что ты отклоняешь? Просто не надо вот этого всего. Я могу сказать какое-нибудь слово плохое, там, обижаться на меня вот этого, на дуэль меня вызывать, в город ко мне ехать не надо. Во-первых, я вас съем, возможно. Вот. У нас был такой забавный чувак. Как же его, сейчас скажу. Наркоман, короче, из Питера, по-моему. Не, он просто слишком серьезно относится к такому. Это дурачок, что ли? Да это пацан со стройки. Я не про этого, я говорю. Рога был. Как звали, не помнишь? Сань, ты не забывай, что мы с Игорем реально можем к тебе приехать. Приезжайте. Степан Разин 80. О, блядь, надо записать. Вот. И, короче, он обосрался, ну, вайпнул рейд. Ему ГП дают, он такой, да за что ты че? Ну, этому ротлидеру. Ты, говорит, говно собачье, я тебя вообще сейчас... Я тебе, говорит, сейчас с нарядом приеду домой. С каким нарядом, мы не поняли пока, с БДСМ, наверное. Ну, до сих пор есть. Забавный, ну да, до сих пор есть. Кстати, лицом в пол, а мы с тобой соседи. Я знаю. На одной планете живем. Ну, почти рядом, кстати. Все круглое. Вроде прогрузилось. Он трубопровод в пати. Ура! Раньше в Тольятти. Шкаф, давай, самой. Let's go, people. Дайте шкаф в Орлоке. Сейчас будет по боссу урона больше. Надо будет одного или двух рок оставить. Наверное, двух рок оставим. Ассалина, лучше оставь без тасуса. А, нет. На пол надо. У кого ауешка лучше, у Бестасуса или в оба мутики? Да они оба хуярят. Понимаешь, ты можешь там любого, блядь, отправлять. Не, у кого-то в соло же лучше, а у кого-то не соло. Это скрытность, ШД. Ты тоже ШД. И ты тоже ШД. Я мне показываю, что будет. Ну, давай тогда, Ассалин, ты с нами побегаешь, а Бестасос... Ну, у тебя кружка, да, ты повыешь. А Бестасос тогда на боссе сиди, босса напуливай в трубопроводы в основном. Смотри там, как это... По трите. То есть, когда трубопровод догоняет, его на него надо напуливать. Ну, думаю, шаришь.
И тут хилы, если есть у вас, не надо саппорт, вот пейте банки на хп, если есть у кого-то. Саппорт вас не законтролит, допустим, сова, и вы умрете все равно. Это вообще, в принципе, нельзя саппорт пить. Ну, то, что нельзя. Он как бы помогает игру. Мы ФК делали в гильдии. Мы пили саппорт и били сов в пенетра. То есть у них как пенетра был, мы саппорту пили. Ну что, что да, поедем, да? Ждем Денчика. Сейчас он там. Нас, дайте ему покушать бафы там. Сейчас задачу объясню ему. Денчик, смотри. Ты, короче, моба сзади ловишь. И ведешь его направо вон. Вот, видишь, где Мишка прыгает? Вот сюда вот. Ты его, короче, грипаешь, потом кикаешь каст, ЛП-шку и побежал вот сюда. Тебе надо максимально близко к нам подвести его. Потом на второй фазе мы бьем мобов с Мишкой, а ты с паладином Нуктусом танчишь босса. И босс не таунтится, тебе надо будет триту набивать на нем. Ну, как в десятке, вот так же самое. Да, только надо будет прямо не слакать вообще. Огнестойкий, если бы вот с насваем. Тут вообще рынка, вот строительный есть, хочешь? Так нет, на степашке там же рынок. Около Будён. Не, это я вот в восьмом квартале напротив муравейника или какой-то мегастрой там, что-то такое. На, каски нету опять. Да, каски на мне нету тоже. Нуктас, почему нет каски? Нуктас, нам прото не надо, нам каски надо только. Прото у нас дает ДЦ. Что, у нас три танка? ДЦ сдох, и все, и нет у вас прото. Если ДЦ сдох, у нас проблемы возникнут у рейда, поэтому ДЦ не должен умирать. Так все нормально, у нас должно быть здесь три танка. Конечно, нет, опять будет, можно в два, а пока в три. Так я что, только этого ловлю, одного пиздюка и все? Ты, да, и в гор нарешь. Шаманы, можете не ставить, один шаман ставит атом оков земли, а второй ставит атом на броню. Рома, блин. Че, Рома? У нас нету ауры магии льда. Какой-то паладин пропал один или что? Нет, тут. Не-не, это я из-за атлас-лута, блядь, не увидел, что... Все, поехали нахуй. Меньше... Помощники, 2 секунды, блядь, у кого там такой пиздец? Один пошел в рейд. Ром, я тебя замутил. Милики свичнулись, вот этого щитом убили, который на той стороне. Сейчас контроль будет. Денечка, ты его туда привел? Да. Я же тебе показывал не туда совсем. Почему? Под ту же пачку удобнее. Направо, я сказал. Право — это справа. Видишь, где медведь? Право. Да, я ж понял. Побежал, сказал, право, вот, вот тут право. Я понял. Работал, разбитый. Помощники. Контроль через 2 секунды сейчас будет. Щитком тоже душу. Бля, не успел каспить. Огнестойкий бежит, дайте ему по щам. Я без пухи. Я понимаю, но ты печатью с ладошки ушатаешь, если что. Тебе надо печать снимать еще. Милики, вот роги могут побегать, наверное. Вы видите, мало хп у мобов, что если мы их сами добьем, можете как бы побегать тогда побить. Если есть мобы. Желание. Не, ну сейчас уже не надо. Контроль через 5 секунд. Лужа. Моба забери в рейзе. Бейте эти роги босса-босса. Того срочно.
Диспельте сразу с них всю эту дерьмо. Мобы 4 секунды, роги пока бейте. Все, обратно к мобам. Контроль. Блять, очень много миликов, кстати. Контроль, контроль, чем-то куда-то чашу уже, блять, дал. Ладно, чтобы он фир сдавал. Вот сейчас внимательно, главное перевести четенько. Да, где-то 2-3 лямов, до 3 лямов стопайте, до 2, наверное, даже. До смобы. А, 3 секунды. Из лужи вышли. Стопайте по бо... Нет, не стоп. Стопайте по боссу, стопайте по боссу. Стопайте по боссу полностью мобов. Контроль. Переводите босс. Живи. Да, Геру сразу нажимаем спам. Нажали Геру, живы. Все по боссу въехали, роги тоже, роги по боссу. Все духи будут Ави, через 5 секунд. Анфрой, по Адам. Моб в центре. Духи, лестница. Фанатика забери, Мишка. Духи в мире бегут. Я в МК. Огнестойкого там убивают, помогите пацану. Духи. На другую сторону бегемошка, сейчас тамады будут. Дух в танка бежит. Духи в центре. Духи около Мишки. Мишка, отойди от духа. Он за мной, забей. Кто-то хилов убил сейчас, кстати. Лизекс. Пока не БРте, не тратим БР. Бьем пока дальше, бьем. Духи летят. 5 стаков. Надо на паладина напулить, наверное. Духи в центре. Вас 3 человека, вы ловите духов, рассоситесь. Рейндж взяли между собой живенько. Че вы тут стали-то толпы? Контроль. Не убейте сову. Траблазава. Все, падайте. Сейчас будем духа смотреть. Духов только не взрывайте, сейчас посмотрю, кто последний. Я взорвал только что. Ну, я вижу твои последние. Ну, это когда ты сказал, падайте. Слушайте, у нас нету разве никакого аддона, который бы анонсил в чат, кто словил, блядь? Нет. Феникс. Потому что, по идее, поставить по полученному урону. Я могу включить Феникс, он будет флудить прям, блядь, во время рейда. Ну, мой же флудит, нет, вы не видите? Ну, блядь, не до чата, не уж, кстати. Не, вспышка смещения — это дух? Да. Ну, типа... Сейчас. Ну, просто реально не до чата. Типа вот как бы. Не отбежали, взорвали. Лизекс, Ноктос, Лизекс 2, Ноктос, Хиляя взад, Мархен, Траблозавр, Турпровод. Ну, Турпровод в конце... Это ты урон, он ауешит. Это ничего не дает. Да, я вот вижу, так, он вот пишет, так вот. Что кто умирает, смотрим. Блядь, кто. Не отбежали от духа. Лизекс 2, Ноктос, Хильфзад, Мархен, Траблозавр. Остальные уже потом словили. Ну, я босса отворачивал от духа и въебал спиной. Ноктос, смотри, ты с боссом двигаешься свободно. Он не кливает, ничего не делает. Ты бегаешь, как с обычным мобом, который тебе бьет по 5000. Надо, чтобы только касты кикали. У нас есть никто, который касты кикает.
А, у нас рога на боссе есть. Так у нас... Я тоже кикаю. Я кикаю, бывает, с Сирией. И Анфрой еще в этом же. А, Анфрой. Анфрой моба бьют. Но еще там проблема была, потому что у нас же друидов дофига, а никто БР не дал. БР, я сказал, никому не давать. У нас освоение, мы все равно не убиваем.